Всем огромный привет! Я к вам снова с заготовками полуфабрикатов для заморозки. На этот раз это будут грудки индейки и свиные сердечки. Я очень полюбила такие видео, потому что получается и свою семью кормить разнообразно, и предлагать вам сразу много вариантов, чтобы каждый человек мог взять из этого видео хоть что-то, что понравится ему и его семье. Первыми предложу рулетики из грудки индейки. Для этого мне понадобится сливочное масло, ну такой достаточно увесистый кусочек, лук, чеснок и много зелени, в моем случае это укроп. Все мелко нарезаю и сразу же отправляю на сковородку. Сразу скажу, что ничего поджаривать до золотистых корочек или еще как-то не надо. Надо хорошенечко все прогреть, чтобы масло растаяло и все овощи слегка-слегка обменялись вкусами, ароматами. И вы быстро поймете, о чем я говорю, потому что аромат на кухне будет стоять ну просто волшебный. В это время нарезаю индейку, выбираю такие самые толстенькие части, чтобы их можно было отбить. И вот видно, что никаких зажарочек, прижарочек, ничего такого нету, просто хорошенечко-хорошенечко прогретые овощи в масле. Тем временем индейку отбиваю и в эти вот получившиеся пластинки буду заворачивать начинку. Не забываем, конечно, про соль, перец. Можно посолить, поперчить само мясо, можно добавить побольше соли, перца в начинку, чтобы она тоже была вкусной. И заворачиваем рулетики. Масло затвердеет, но, естественно, потом в процессе приготовления все равно оно станет жидким и вытечет из рулетиков. Поэтому я, наверное, буду запекать в какой-то небольшой форме, чтобы это все томилось в собственном соку и в том числе и в сливочном масле. Будет очень вкусно. Следующим блюдом предложу рубленые котлетки из индейки. Мне кажется, похожие у меня уже были несколько раз на канале, только из свинины. Из индейки тоже получается очень вкусно. Не забываем, конечно же, к таким котлеткам добавлять как можно больше овощей и как можно больше зелени. У меня это свежий лук, свежий чеснок и приличные такие пучки, петрушки и укропа. Если готовить будете сразу, то нужно еще вбить одно или несколько яиц, в зависимости от того, сколько у вас мяса. Для того, чтобы, когда вы будете обжаривать эти котлетки, они, собственно говоря, скреплялись. Соль, перец, специи, конечно же, не забываем. Если, как в моем случае, смесь будет отправляться в заморозку, то яйца, конечно же, добавлять не надо. Потом, перед приготовлением, когда смесь будет размораживаться, тогда и добавим яйца. Конечно же, как обычно скажу, это может быть абсолютно любое мясо, это может быть и курица, и говядина, то, к чему вы больше привыкли. Но все же, точно так же, как обычно скажу, что лучше всего чередовать все виды мяса, рыбы, птицы, субпродуктов. Каждый из них содержит разные количество и соотношение аминокислот, витаминов, минералов и так далее. Крайне важно, чтобы в вашем рационе были все виды перечисленных продуктов, и чтобы они чередовались между собой, чтобы мы получали максимум пользы от того, что мы едим. Оставшуюся индейку нарезаю тонкими длинными полосочками и отправляю перекручиваться на фарш. Точно так же поступаю и с сердечками. Тоже нарезаю на длинные полосочки, убираю всякие пленки, сосудики, в общем, все то, что не нужно. Часть сердечек отправляю в кастрюльку вариться. Варятся они достаточно долго, я думаю, что около часа, может быть, даже немного больше на медленном огне. И оставшуюся часть, точно так же, как и индейку, отправляю на фарш. Также говорила, что очень люблю смеси разных фаршей, экспериментировать, потому что обычно получаются очень интересные, необычные вкусы. Сегодня мое экспериментаторство дошло до сердечек. Так что фарш смешанный будет из индейки и сердечек. Буду делать котлеты, добавляю лук. Единственное, что у меня почему-то какая-то часть видео, в общем, не нашлась. Лук там был слегка-слегка обжаренный. Конечно же, соль, специи, все как обычно. Формирую котлетки, обмакиваю в манке и также отправляю в заморозку. Скоро будет видео, в котором будут, собственно говоря, приготовлены все эти полуфабрикаты. И там обязательно поделюсь впечатлениями. Вкусно получилось, невкусно, стоит ли так делать или нет. И у меня осталось достаточно много фарша просто из индейки. Из него точно так же буду делать котлеты. На этот раз это будут котлетки с цветной капустой. Также раньше в видео упоминала, что если ваши детки, например, любят именно котлеты, не стоит им отказывать в этом, потому что именно измельченное мясо наиболее легко усваивается, особенно детским организмом. И на этот раз измельчаю и лук, и цветную капусту в блендере, прям вот в кашу. Так, мне кажется, получится наиболее однородная консистенция и будет более приятно все это кушать. Соль, перец, специи
Все как обычно. Формирую котлетки и обваливаю их в манки. Из этого количества фарша у меня получилось достаточно много котлет и осталось еще на фрикадельки. В прошлых заготовках также были фрикадельки из индейки и из утки. Напомню, что из утки были просто волшебно прекрасные, получился просто очень вкусный суп. На этот раз вот индейка с цветной капустой. И также сделала вывод, что детям гораздо удобнее, когда фрикадельки ну прям микро-мини-супер-мега-маленькие. Возможно, кому-то тоже пригодится, когда их не нужно разламывать и в каждую ложку попадает по фрикадельке. Также у меня оставалось немного фарша из сердечек, я его обжарила с овощами и заворачиваю блинчики. Их можно как заморозить, так и пожарить сразу на завтрак, например. Получается очень такая выручалистая заготовка, которая поможет очень быстро сделать полноценный вкусный завтрак. Вот такое огромное количество заготовок у меня получилось, и также я забыла про сердечки, которые у меня варились. Их нарезаю тонкой соломкой, и это будет поджарка с овощами. Их точно так же можно заморозить, можно сразу готовить с морковкой, с луком, с томатами, с томатной пастой, с чесночком, например, с пюрешкой будет очень вкусно. Готовить блюдо также будем вместе, обязательно поделюсь впечатлениями. А пока здоровья и полезного всем аппетита!